Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Почему у меня Беззубик, интересно, стоит и прохлаждается? Объясни мне вот это вот, а? Почему? Он должен быть у меня на задании, хоть на каком-нибудь. Но не просто вот так сидеть здесь и лясы точить. Так, 130 тусклого янтаря. Ну что это? Ну что это за награда такая, а? Скажи-ка вот мне на милость. Фигня. В плане ты мне нашел всего лишь одно железо. Молодец, Ветрокрыл. Ничего лучше не мог, как одно железо принести. Так, загружаются необходимые данные. Да, ребята, опять произошла беда. Опять у меня накрылся один эмулятор. Но, слава богу, у меня там были основные игры. Это черепашки, вот эти вот драконы-всадники Олуха, Юрский парк. Все это у меня в целости и сохранности осталось. Так что... просто немножко задержался на пару дней, пока все это восстанавливал. Ну, опять же, игры, плюс, не забывая, работа. Окей, что-то я не врубился. Что здесь происходит? Сарделька, ты, наверное, хочешь у меня... Что ты хочешь у меня? Может быть, в приключения пойдешь, а? Лети давай. Со свистом. Так, Барсик, ты-то что мне принесешь? Ну, естественно, 3 шестереночки. Так, Рой, бесплатно. Кривоклык, я до тебя доберусь. Захотел там отсидеться, не получится. Так, яйцо. Если не ошибаюсь, это у нас тут древоруб. Это яйцо, по-моему, именно для него. Руны, дай мне руны. Нет, все-таки дают янтарь. Ну, хотя бы 105 штук. Давай-ка мы его отправим тоже в приключение. За 6 рун это максимум. Громгильда. Что ты мне дашь? Янтарь? Ну, естественно, не чтобы заколочку дать. Дает янтарь. И здесь очень большой шанс получить именно янтарь. Хотя... изи. 12 рун. Ну, спасибо тебе, Грэмгильда. Очень порадовала меня ты. Так, ну что, их мы отправили по делам. Здесь у нас нечего обменивать. Кстати, у нас там задание, я смотрю, наверху. Что-то опять нужно нашему плеваке. Что опять не так, а? Скажи вот мне на милость, что ему сейчас надо? Лети за рыбой. Так, ты у меня тоже не прохлаждайся. Скалотряс. За древесинкой, быстро, шеементом. Так, чудовище давай тоже за... Погоди-ка, ше... Так, ну-ка. Тебе лучше за рыбой лететь. Тебе за древесиной. Тебе за рыбой. Ты у меня получаешь уровень 31. Давай, иди дальше, прокачивайся. Здесь 84 миллиона, вот это я понимаю. Вот это он, да, добывает рыбы. Будь здоров. Слушай, а что если... А, не могу, мне нужно 245 миллионов. 245 миллионов древесины, чтобы ему поднять уровень. Пускай тогда идет на сборы. Ты за древесиной. Так, эти у меня по уровню. Так, обучить. Лети. Так, этот тоже у нас получает уровень. Идет прокачиваться. И ты тоже... А, все, академка, к сожалению, забита. Ты посмотри, как он выглядит офигенно, да, этот дракон. Круто, мне нравится, как он смотрится. Тогда, знаешь, что мы его отправим за древесиной, чтобы он просто здесь не прохлаждался. Так, Буйволорд, ты когда-нибудь у меня прокачаешься все-таки в титаны? Не, вот не хочет он ни в какую, и все, это хоть тресни. Иди дальше обучайся. Ну, здесь вроде бы как все. Я не знаю, там модификрылка, что там с ней. Давай посмотрим. Так, этих тоже олухов отправим. Давай с древесиной. А модификрылка у меня тренируется. Как ни странно. Ну что ж, давай открывать с тобой тогда бесплатный пак. Ну-ка, шепот смерти, шторморез, громобой защитник. И тогда еще заодно сразу же посмотрим рекламный. Ну-ка, монеты Одина 6 штук, ну это понятное дело. А здесь шторморез, кревет, громобой, защитник. И опять же ресурсы. Окей. Ух ты. Блин, крутой дракон, ничего не скажешь. Давай теперь проверим наших легендарных. Грибы плюс тусклый янтарь. Давай дальше на поиски. Ну и смертушка, что там у тебя? Чешуйка плюс опять же тусклый янтарь. На поиске. Здесь у нас уже выполнены какие-то задания. Так, 75 тусклого янтаря получили с тобой. И обучите 3 драконов.
30 листочков. Плюс нам нужно получить древесину и рыбу. И плюс приобрести тусклый янтарь у Эрита. Тусклый янтарь, а тут у нас, блин, только сейчас мы его поставим на обмен, к сожалению. Ладно, тут, блин, 107 мегабайт ждать. Ладно, сейчас быстренько это все прогрузится. У нас здесь, по идее, должен быть пак. Уже открыт, активирован, да? Сейчас мы его заберем. Последний, причем нам нужно набирать. Так, кревет. И все, что ли? Что-то как-то слабо на самом деле, да? Так, по событиям, друзья мои. Угу, воздушный дозор. Ох ты, смотри, тут 200 листочков, 300 листочков. Вы, боец в порядке, знаете, нам Икинг охрану поручает, а мы на вас валим. Не, деваться вам некуда. Утешили. Ладно, раз мне некуда деваться, вперед. Друзья мои, ну тут 200, 300, 500 листочков мы можем получить с собой, прикинь. Но этого мало все равно. Так, что у нас тут? Ну, сосунок, сейчас мы его разберем. Так, понижаем защиту и, наверное, добивка. Так, сколько? Здесь две волны всего лишь. Но это пока. Бомбим. Давай, наверное, сделаем вот так. Слушай, что? Что он там задумал? Задумал он что-то. Давай укусим. Так, а с этим? С этим что нам делать? Давай просто атакуем. Плюс понижаем защиту. Ёк-макарёк, ты что делаешь, а? Чуть не подбило, а? Крутим колесо и забираем, что? 25 миллионов древесины. Ну, допустим. Так, теперь забираем пак. Дальше у нас идет обычный поединок. Так, это все нам на почту летит. Вперед, вперед, вперед. Чё стоим-то? Чё ждем-то? У моря погода, что ли? Не пойму. Давай дальше. Опять то же самое, что ли? Он же был у нас в прошлом поединке. Хорошо. Раз ты хочешь получить звездюлей, ты их получишь, парень. Опять же две волны, и это меня радует. Вообще обожаю вот такие вот события, которые очень быстро проходятся. Ну, так сказать, коротенькие. Ну, добивай, добивай его. Все. Оу. Так, два крылатых ужаса плюс... Я не ошибаюсь, это капкан? Стальной, да? Скорее всего, это стальной капкан был. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Плюс укус. И они втроем сейчас начнут тут выпендриваться. Нет, это не стальной капкан. У него нет такого удара огнем. У него обычно шипы. Ну и что-то там. Вот, что значит, да? Понизил мне атаку. Кусанем. Блин, жалко, не кританули. Ох, было бы хорошо. Кстати, смотри, у него сейчас будет супер удар у кого-то. Уже не будет. Уже не будет. Мы добиваем. И здесь сделаем вот так. Плюс добивка. Отлично. И что же нам тут выпадет? А выпадет нам с тобой загадочный пак. И, ко всему прочему, мы забираем с тобой 1000 тусклого янтаря. Идем на поединок, после которого мы получим с тобой 200 листочков. Так, у нас с тобой осталось там сколько? Наверное, 6 дней, да? И закончится осенний период. Ивент, где мы сможем с тобой набивать листочки. А мне не хватает где-то, наверное, около 2000 листьев еще. Где их брать, фиг знает. Ну что, давай, наверное, с этого начнем. Блин, так прикольно смотрится, да? Какие-то, я не знаю, перья, не перья вокруг него там кружатся. Но очень красиво выглядит. Это же из разряда древорубов, да? Парящие прихвостни и тому подобное. Так, бомбим. Я надеюсь, ты сейчас не будешь пламенем тут делать, ёк-макарёк. Конечно, не будет. Будет, но мы с тобой захиляемся. Нам повезло, что у нас отхил был. Единственное, что почему-то атака... А, он же зеленый, он же страж. Ё-моё, я думаю, что так разбираться тяжело. Вот оно что. На тебе. Надо его добить как можно быстрее, потому что... Все, вторая волна. Опять ты здесь. Твою налево. Ну давай так, наверное, начнем с водореза.
Плюс отхил. Это ради барсика. Все ради барсика. Так, укусили. Раз, два. Сейчас они вдвоем сходят. Блин, да он еще и повысил себе атаку. Ну ты молодец. Ты просто гений, блин. Так, ну-ка. Успеем? Вряд ли. Так, сейчас будет кому-то больно. Это будет, наверное, барсик, скорее всего. Нет? Нет. Нет, это был не барсик. Удар сюда, плюс отхил. И укус. Вот сейчас он будет жарить пламенем. Будешь? Нет, не стал делать. И это хорошо. Понижаем броню, и, соответственно, идет укус. Вот так. Быстро, кстати, мы прошли. Очередное колесо. И тут мы получаем с тобой 25 миллионов рыбы. И 200 листочков. Что не может не радовать, согласись. Отлично. Так, ну что, и два поединка у нас сейчас будет. Обычный, и там уже босс. Кстати, после этого пойдем, наверное, с тобой все-таки на арену. Нам нужно набить 3 пака. Ух ты. Начну, наверное, с этого пройдохи, скорее всего. Да, ребят? Начну, но уходят они первые. Поехали. Раз, два. Так, укус. Наверное, будем понижать броню, скорее всего. Понижать броню вот здесь вот. И убили сразу же. Отлично. Тут опять же две волны. Да что ж ты делаешь-то? Так, наверное, нам нужно его валить. Почему? Потому что он уже под усилением. Видишь, он себе атаку навострил. Жучара этакий. Ну, я жду. И опять усиляется, а? Ты посмотри на него. Вы достали уже моего бедного кривоклыка бомбить. На тебе. Сейчас что-то сделает. Ничего не сделает. Ну что, вторая волна. Блин. Ну почему шепот смерти-то, а? Замечательно. Так, сейчас что-то сделает. Нормально. Вот кто это? Это же змеевик, только вот непонятно какой. Ну не острокрылый, да? И не злобный, это какой-то фиг поймешь. Ага, древоруб. Блин, конечно, хотелось бы его разнести в первую очередь, но я не успею. О, кривоклык, красавчик. Сейчас будет пламя. Сейчас зажарит. Так, ну а мы с тобой в ответку отхилимся. Но хиляемся мы с тобой в разы меньше, чем, конечно, этот же наносит нам урона. И опять он ходит. Ты что, совсем что ли? Зачастил паренек, я смотрю, ходить-то. Все, бинго. Победили. Очередное колесо крутанули и забрали с тобой древесину. 125 миллионов. Отлично. Ну и последний поединок с боссом. Где потом дадут нам 300 листочков. Ну, если, конечно, победим. Но я думаю, что должны победить. Так, шепот смерти, змеевик и тьфу ты. Шторморез. Громобой. Так, ну тут надо поспешать. Тут надо поспешать. Ну куда ты лезешь? Вот куда ты лезешь? Не успеем. А, нет, успеем. Успеем, ребята. Не получится у тебя на трех энергиях отыграть свою супер. Ох, как он так. Как он так сделал? Я не помню. Друзья, ну это трындец. Я, честно говоря, не понял, как мне барсика. Он что, он же не мог сделать суперудары. У него не было такой возможности. Вообще не понимаю, что он, как он так сделал. Так, сейчас, секундочку, ребят, нам. Смотри, что творят, а? Ай-яй-яй. Ну что ты лезешь? Лезет он. Так, добиваем здесь. Так, теперь шторморез. Кусаем. Я вот не знаю, мы справимся с тобой, интересно, с босяцким или нет? Вот мне какой вопрос интересует. Тем более вдвоем. Вопрос, конечно, интересный. Ты заколебал уже, а? Так, кто у нас тут? Утю-тю-тю. Такая, ребята, довольно мутная компашка, если честно. Попробуем.
Блин. По-моему, сфейлим сейчас. Ай-яй-яй. И это добьет, да? Ну все, тогда, ребят, я сдаюсь. Я сдаюсь сам. Потому что, ну, здесь без барсика делать нечего. Мало того, что без барсика, так еще, если я сейчас буду тратить вот эти вот все наши приливы сил плюс груши, мы останемся без всего. Мне проще купить вот так вот и вперед. И аккуратнее. Я вот не понял только одного. Как у меня уничтожили барсика? Вот этот уничтожил мне его. За 3 секунды я даже не успел понять, в чем там дело. Давай их будем предельно аккуратным и... Как-то не знаю. Смотрим, чтобы у всех было нормально со здоровьем. Угу. Так, укус. Этот ходит, да? Сейчас отхил, наверное, сделает. А, нет, он не сделает никакого отхила. Мы здесь добиваем. Фу-ту-ту-ту-ту. Давай вот так вот я сделаю, фиг с ним. Так, вот это уже начинает опасным быть. Отвали. Давай вот так вот сделаю. Теперь хильнемся массово. Нормуль. Укус. Что он сейчас будет делать? У него фул хп. Ой, фул энергия. Дай-ка я, наверное, так вот сделаю все-таки. И переходим на босса. Так, смотрим. Ну, по идее, нам желательно вот этого бы в первую очередь разнести. Как бы. Вообще быстро с ним разобрались. Так, они у нас кто? Красные, да? Они очень сильно будут атаковать. Теперь, если я сделаю следующим. Да, вот этого, наверное, будет выгоднее бомбить. Плюс сделаем с тобой отхил. И укус. Что ты будешь делать? Ага, пламенем. Пламенем вжарил. И фаерболчик еще сверху, да? Все, ребята. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так вот. Укус плюс слепота. И пошел, как говорится, у нас разбор. А сделать он нам здесь ничего не сможет. Как слепой котенок. Я еще сделаю вот так вот. Плюс укус и последний удар. Да, нам пришлось с тобой, конечно, использовать руны. Но тем не менее. Главное, что прошли и листочки. Тут вся соль была именно в получении листьев. Так, крутанем и заберем с тобой 25 миллионов древесины. Окей. Ну, а самое главное, конечно же, это 300 листьев. Все. Воздушный дозор считаю пройденным. Ого, ничего себе, сумели такие. То есть, ясное дело, сумели. Держите, вот. Ни разу не краденое. 300 листочков. Так, теперь я хочу, знаешь что, глянуть, сколько у меня вообще их. Ребята, 7000 листьев. 7000 у меня листьев. И... 6 дней, блин, где эту 1000 набрать, а? Вот скажи мне, пожалуйста. Где эту 1000? Так, что у нас тут? Получить, так, рыбу, древесину. Как я ее, ну, рыбу, может быть, нифига, да? Хотя можно как-то, наверное, заработать. Давай мы, наверное, с тобой подкрываем паки. Загадочный, так, шторморез, престиголов, крылатый ужас. Все, да, на этом? Еще у нас. Так, вот наборчик. Монетки. Ну и, соответственно, душитель, шторморез, беззубик. Одна карточка. И немножечко ресурсов. Так, ну здесь мы с тобой собрали, да? Вроде бы по рыбе. Если брать задание, то именно по рыбе мы все получили. А, по древесине? А по рыбе нифига? А по рыбе нифига. Блин, а куда мне ее потратить? Мне ее потратить некуда, прикинь, рыбу эту. Так, что у нас плевака тут завис? Сегодня великий день. У меня есть все, что нужно. Молотки, гвозди, куча древесины и огромная лохань для рыбы, которую нужно построить. Чтобы хорошо провести время, мне не нужны все эти песни и танцы. Достаточно будет молотка. Так, улучшите лохань до 20 уровня.
Плевака, почему ты все еще здесь? Ты пропустишь пир в свою честь. Похоже, намечается славная викинская гулянка. Лучше даже тех пирушек, что устраивал твой отец. Тебе-то откуда знать? Ты их все пропустил. Стоик устраивал все эти пирушки, потому что знал, как я их ненавижу. Это единственное время, когда я могу сосредоточиться на работе. Я бы тебя обнял, чтобы выразить свою благодарность. У меня все руки в жире от лохани для рыбы. Ой, да ладно, иди сюда. Ох. Викинг, у нас полно молодых викингов, которые мечтают обучать драконов, как ты. Да уж, даже не знаю, хватит ли у нас на всех драконов. Ой, думаю, ты точно что-нибудь придумаешь. Ага, задача ясна. Вперед, Беззубик, у нас полно работы. Так, отправьтесь в путешествие с Беззубиком и спасите драконье яйцо. Какое драконье яйцо я должен спасти? Подожди. Спасено. Так. То есть мне нужно 10 яиц спасти? Ну и кого у нас еще нету? Вот этого нету. Завершить. Фига себе, чтобы его получить, нам нужно... О, 900 шестерен. Да вы что, брякнули что ли? Где столько тебе найду? Ну давай вот здесь, вот, я не знаю. Попробуем. Ох, нифига себе. Эксклюзивный и редкий. Но эти у нас есть. Ладно, пускай он летит на поиски. Так, мы с тобой здесь что? Опа. И здесь у нас хопа. Отлично, ребята. Так, приобретите тусклый янтарь у этого Эрита. Можно, конечно, ускорить. За 3 часа 40 минут он сделает. Так, ну что, мы с тобой отправляемся на арену. Нам нужно получить 3 пака, потому что у нас все пусто. Насухо, как говорится, все потратили. Ага, Громель, Сарделька и Водорез. Ну что же, разберем в начале Водореза. Как по мне, он тут самый ватник из всех. Кусаем. Так, Сарделька, Громель. Барсик, Барсик будет наказывать, короче, получается, да? Если успеет. Вот о чем я говорю, если успеет. Жарят, конечно, офигеть как. Ну ты чего ты мне прикажешь делать? Ну ты посмотри, сколько у нас здоровья осталось. Твою же налево. Да, не лучший вариантик. Сейчас распишут, кого? Барсика, конечно же, уничтожат. Опа. Нет, не Барсика. Значит, у нас есть шанс. Так, он промахнулся. Не по всем, как говорится, он задел. На тебе, понижение брони. Барсик. Нет, он все-таки хочет меня уничтожить шторморезом. Прям целенаправленно хочет его бомбануть. Но не успел. Шикарно. На в этом поединке у нас, смотри, 2 костолома плюс... Это у нас... Кривоклык же, да, насколько я могу понимать. Слушай, музло-то куда делось? Куда вы дели у меня музло? Отобрали. Опять чисто только удары слышно. Ладно, фиг с ним. Поехали. Так, 2 костолома сейчас ходят. Один из них все-таки успеет заюзать. Или не успеет? Нет, не успеет. Так, ну что, завалим? Завалим. Дальше. Понижение брони. Давай, наверное, вот сюда вот бомбанем. Укус. Вот сейчас кто-то будет делать разбег. И, скорее всего, по шторморезу, потому что у него мало ХП. Нет, в Барсика. Воу-воу-воу. Тише, друзья, вы, тише. Зачем такой выпендрешь, я не понимаю. Нет, ну Барсика мы в любом случае с тобой потеряем. Спасти у меня не получится его. Но зато благодаря этому мы сейчас разнесем этого костолома. Он еще тем более страж, блин, зеленая. А, успевает разбег сделать. Ты смотри-ка, дожил, а? Фигня. По красному у него вообще пониженная атака, так что... Можно не... Слушай, он что-то зачастил, у него какая-то инициатива слишком большая, через каждый ход ходит. Что это за проблема, я не понял.
Все, да выеживался. Ну, а здесь у нас с тобой, смотри-ка, змеевик. Пристиголовый. Да-да-да, и как же нам без этого-то, без ветрокрыла, а? Жилось. Естественно, надо было его включить в этот поединок, чтобы он мне на нервы капал. Сейчас посмотрим, успеем ли мы с тобой провернуть то дело. Так, ну, по крайней мере, от огня мы точно не погибнем. Угу. Видишь, он еще отнимает энергию, когда бьет хвостом. Так. Слушай, наверное... Блин, давай так, наверное, сделаем все-таки. Отхила нету, к сожалению. И добив. Блин, какая добивка сейчас. Слушай, выжил? А вот что сделает сейчас этот охламон? Уничтожит мне 100% барсика. Ну, а мы с тобой, знаешь, что сделаем? Да мы с тобой просто укусим и возьмем его под контроль. Именно через слепоту. Вот таким вот образом. Да-да-да-да-да, конечно. Держи карман шире, ничего у тебя не выйдет. Простофили ты этакий. Понижаем броню. Раз укус. И на второй раз, когда мы с тобой все это провернем, ему будет уже крышка. Тыдыщ. И добивочный. Все. Ну что, по итогу мы с тобой набили 3 обычных пака. Один ставим на открытие. Ну и пак вождя. Шторморез, чудовище, парящий прихвостень, защитник громобой, барс и вепрь. Оу. Стальной капкан чемпион нам еще выпал здесь каким-то чудом. Так, что у нас туда возьмем? Это 10 рун. Так, друзья мои, у нас какое-нибудь событие где-нибудь намечается. Так, это что у нас за тыквовин еще? До Хэллоуина вроде бы как еще фиг знает сколько. Да? А что такое время вышло? Беззубик, праздника осени. Это где такого? Да как вот эти вот я должен... Я не понимаю, ребят, где вот эти вот фигни доставать? Кровожадный пик, утес бесконечности. Они у меня не открыты, да, по ходу дела? Поэтому я не могу туда лететь. Так, здесь у нас что? Спасти яйца, здесь обмен. Здесь у нас повысить уровень нюхохвата на 5. Нюхохват, что-то я про тебя и забыл совсем. Твою налево надо было его отправлять. Кстати... Ветрокрыл, ты где? Ты у меня сейчас полетишь. Да-да-да-да-да. За железом. Будь добр, лети. А ты что прохлаждаешься? Все лесопилки заняты, говоришь. Ну тогда за рыбой лети. Раз там все занято. Да, ну что, ребята. На сегодня пока вроде бы все. Что могли сделали, всех отправили. Все при делах, шуршат. Кипиш идет, и это хорошо. Так что мы тоже будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.